Так, следующее. Вот. Два таких заказывал в разных магазинах. Это одновременно датчик температуры и датчик влажности. Два в одном. Два датчика там. Вот батарейку ставил. Здесь параллельно подключение, поэтому можно только одну ставить. И вот, например, это то, о чем я говорил. Здесь хреново закрывается крышка. То есть, например, о, ну закрылась, наконец-то. Вот написать бы об этом, а вот где писать? Батарейка слишком маленькая. Пока вставил крышку, выскочила батарейка. Сученька. Блин. Так, вот, еле закрепил, блин. Для интереса сравним. О, соскочила. Даже не заметил, как. Вот, кстати, заодно и посмотрим датчик. Вот, два. Это, как понимаю, влажности. Сейчас фокус сучий наведется. Господи, блядь, телефон. Я думал, ты хотя бы нормально будешь. Нет, нихуя, блядь. Сука, блядь, ебаная нахуй. Ебланская тройка, блядь. Какого хуя? Почему, блядь? Господи, блядь. Господи, нахуй, блядь. Чесаться начинаю, блядь, пиздец. Какая залупа ебаная, блядь. Вот, короче. Один датчик это влажности. А вот температура. Естественно, блядь, фокус нихуя не будет работать. Почему залупа такая, а? Почему ты такая залупа? Объясни мне. Здесь очень хорошая камера, блядь. Сенсор. Но, блядь, фокус, блядь, здесь нихуя не работает, блядь. Не знаю, получится снять или нет. Вот здесь три провода, и вон. Там не очень хорошо, как бы, припаян кусочек провода торчит. Ох, блядь, зачем ты так сделал? Какая залупа? Ну, блядь, сфокусируйся на руки, блядь. Какого хуя моржать, блядь?